Сегодня я погоняю вот на этой замечательной машинке. Как бы реально замечательно, потому что я глянул, что вытворяет Progetto 65, и просто очень захотел поиграть на итальянце. И свободного опыта было дофигища, и решил начать итальянскую ветку именно вот с 43 тера. Во-первых, эта хрень плоская. Во-вторых, у нее дудка довольно-таки неплохо гнется. В-третьих, офигеть, какой быстрый аппарат, практически как светляк гоняет. Неплохое пробитие и крепкая морда у нее. Если с девятками даже попадаешься, иногда даже рикошетит, что довольно-таки неплохо. Ну и обзор у этой хрени довольно-таки неплохой, у меня просто экипаж сейчас пустой практически. Как бы ветку вообще только начал именно с этого танка, поэтому экипажу просто книжку купил за 2 ляма и ну что вкачалось, то вкачалось. Меня эта карта прикалывает, как на тяжах здесь гонять, так на эстешках. По центру гонять мне не нравится, по буеракам справа тоже, а вот в городе потусить прям вообще ништяк. Цена вот здесь вот елок сейчас накидать, засесть как за двойной, там за тройной куст. И ждать каких-нибудь слепошарых друзей, которые просто не будут понимать, откуда именно летит, но будут отстреливаться вслепую, это прям проверено. Здесь наверняка сейчас кто-нибудь приедет в город, ну, просто не бывает такого, что здесь никого нету. Главное, чтобы приехал что-нибудь слепое, будет прям вообще здорово. Вот он! Ну, собственно, это очень слепой персонаж. И ему просто нужно сейчас поднакидать куда-нибудь. Если он сразу среагирует откуда, или ему еще раз. Даже еще раз. Блять, жаль гусля, конечно. Вот, он сразу кидает в куст, он не видит, но он кидает в куст. Экипаж у меня, конечно, слабоват пока, и очень долго обувается гусля, но тем не менее, у него КД 30 секунд, я могу высунуться и еще подсунуть ему. Их тут взвод! Тут целых 2 КВ! 2 КВ, КВ-2, блядь! Сука, это вообще опасный маневр сейчас будет. Меня сейчас просто насмерть бревнами закидают. Опа, первый. Опа, второй. Без урона, но, сука, опять гуслю снял. В принципе, сейчас опять КД 30 секунд. От меня сейчас требуется просто высунуться, опять накидать. Не высунуться, блядь. Сука, перш, как ты сюда пролез вообще, блядь? Не понял. Какого хера она в землю, блядь, упала? Тяжелая, видать, ББшка была. Не долетела. Вот вообще не понимаю, какого хрена этот перш сюда залез. Как бы только меня светить, при этом в меня не кидать. Он только ловит урон, ни в кого не накидывает. Еще главное, ему в бок прилетает, а он боком гуслёй, сука, танкует, стоит. Это ж прям танк. Он фармить выехал. Баблище рубить. Он и так картонный, он еще гуслю подставляет постоянно. И жопу. Блять, иди в ангар уже, заебал. Фармила, блять. И теперь из-за света уйти. Вот он какой вкусный, дайте в него... Спасибо, блять. Ах ты, тварь, блять. Нет, ты уехать не успеешь, братан. Я тебе еще сейчас трясу. Еще лезет тут, блять. Она не скидучая. Ну вылази, блять. Нихуя себе. Арта, блядь, без урона кинул. Постой, блядь. Угу. Давай, пробей меня. Постой на гусле, блядь, пробей меня, педрил. Да. Как по ведру за лупой, блядь, стучится. То есть он тут все это время стоял, смотрел, как я разбираю КВшек, как я разобрал перший, и такой, блядь, сейчас вылечу, как в лоб оно насую, блядь, горохом. Я, конечно, могу предположить, что он сейчас расстроен, но, вероятно, это вообще был самый лучший бой в его жизни. Он так близко подобрался к цели и целых 3 раза в нее выстрелил за всю игру. Здравствуйте, блядь. Сука, да закатится ведь, закатится. У него, блядь, ну на пол шире, ну как всегда же, блядь. Ну почему, КД, блядь, тут полсекунды всегда не хватает. Вот полсекунды, блядь, вот самому ваншоту, блядь, у которого нихуя нет уже здоровья, блядь. Меня сейчас еще и разъебет, наверное. Ха, я выжил. Че не стреляет? Дудка сломалась, блядь! Дудка, сука! Это пидор, мне, блядь, поленом погнул дуло, блядь, чтобы я его не убил. Ну это, сука, еще и добили его, блядь. Что такое, не везет, и как с этим бороться? И ремок нету, блядь, чтобы починить. Ну как я этим дулом кривым, блядь, буду в этого, сука, побратима хуярить? Это, блядь, как ссать в поезде, пританцовывая. Да он вообще, блядь, сука, в Австралию закинул. Пиздец. Нихуя себе. Вот это точность. Вот это, блядь, точно. Я тебя, сука, разъеб. Даже добить не дали. Сука, я тут ебашу, блядь. Я тут, сука, танкую. Я тут, блин, им целый взвод КВ, считай, размотал, блядь. Мне дуло погнули.
кого-нибудь еще успею ебануть. Ешка там. Ну тут столько свертухи кидать, блядь. Не. Попытка, конечно, хорошая. Нихуя себе его лопнул. Он, блядь, даже среагировать не успел. Даже обосраться толком не успел. Просто его сразу выключили в ангар. Где? Где? Где, блядь? Где, сука? Вот он. На тебя, блядь, свертухана. Успел, блядь. Вот прям вот, сука, до убийства успел. Но мастера вряд ли дадут, конечно. Билд-то мало народу. Но бой, в принципе, занимательный. Особенно КВшки меня прям порадовали. Ну, естественно, мастера не дали. 100, блядь, серы! 100 тысяч серы, сука, нафармил. 100 тысяч, блядь, серы! Охуеть танк. Реально, он, блядь, охуительный танк просто. Ну, ребятки, кому понравилось, что там, подписывайтесь, лайки ставьте. Вы сейчас смотрите, а я днюху отмечаю. Так что на этой неделе ждите еще видосы. Я думаю, на радостях по танкам еще на этой недельке один сделаю. А на следующей неделе, во вторник, скорее всего, будет танковая нарезка 2. Ну, потому что моментов прикольных уже подсобралось, и прям вот хочется собрать ее. А потом, по просьбам, конечно же, сделаю еще и VR-чик. Всем спасибо, пока.